Александрович, последняя оперативная информация. Что, какие потери, какие... В Славянске серьезные потери, однако сбит один самолет, один вертолет противника. На вчерашний и сегодняшний день 9 убитых человек и порядка 15 человек раненых. Примерно так. Обстрел продолжается, применяется артиллерия. Что еще можно сказать? Все то же самое. Штурму. Ничего не получается пока. Ну, штурму. По Донецку непонятно, поскольку, когда возможно. Простите, по Донецку вы имеете в виду прогноз? Прогноз такой неясный, как вы понимаете, потому что Донецк — это не Славянск. Штурмовать Донецк и тяжело, и опасно не только с военной точки зрения, но и с политической, с внешнеполитической точки зрения. Довольно тяжело и опасно для, я бы сказал так, проукраинских вооруженных формирований разного типа. Поэтому пока они не решаются на интенсивные боевые действия, некоторые, так сказать, ну, действия боевые малоинтенсивности, они идут по окраинам Донецка. Коллеги, простите, скажите, пожалуйста, когда Сулейман, есть ли подробности военных выступлений там, и будет ли обращение в трибунал? Могу вам сказать, что будет, конечно, обращение. Подробности, извините, не сейчас, к сожалению. Коллеги, подождите, спасибо.